Полина, ну что ты? Куда? Куда? Поставь. Так, это кухня. Вон мама. Да, за работой. Я сегодня за смену перемыла, наверное, не одну сотню тарелок и приборов. Не одну... Командная работа. Да, френдшип. Так, уборка. Стаканчик воды. Тут он идет уже практически завершение уборка. Он мой маленький помощник. Вот столько здесь столов. Естественно, столько же людей и в два раза больше посуды, потому что первое и второе, и приборы. Вот такой объем. А еще впереди ужин. Ну так и проходит время. Вот такой номер. Вдалеке даже видно море. Видно. Возвращаю обратно. Стирка. Стратегически важный запас еды. И здесь у нас трехместный номер. Здесь я, моя сестра, моя мама. Вот такой номер. Сейчас вам покажу. Тут есть телевизор. Мой багаж. Такие вкусняшки. Пакет тоже с одеждой. И то, что вот все из одежды, обуви здесь находится. А еще здесь туалет. Мы уже немножко обустроили. Сейчас вам покажу общий вид. Уже вторая неделя, как мы здесь находимся. Вот небольшой обзор на наш номер. Чаепитие закончилось. Да. Столовка. Очень даже такая. Скажи, как тебя тут кормят? Значит, надо подготовиться. Обычно кормят отлично. Когда приезжала жена президента, было все вообще. Давали еще морковочку и кукурузку. Сегодня же что-то как-то с питанием туго. А потому что все? Да, потому что все, жена президента уехала. На обед вообще мне не понравилось. Была печенка, пюре и какой-то шпинатовый суп. Боже мой, как с разваренными макаронами. А на вечер был... Полина, ты разбалованная. А на вечер был один соус с одной курочкой. Вы представляете, без первого вообще. Я вижу, ты уже тут соскучилась по своему театральному зато у нас вот... Были вот такие вот вафели кимони, они оказались очень вкусные. Так и еще сегодня вообще какие-то непонятные дежурили, они вообще ничего не убирали, ничего не готовили. Ты малый информатор. Ничего. В общем, а вчера у нас была смена, и у нас все было помытое, все чистенько разложено. В общем, вывод делаем такой, что лучше дежурить нам, и чтобы, чтобы чаще приезжала жена президента. Аж самой смешно стало, все? Все? Окей.